Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автоателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий, и у меня такое ощущение, что владельцы автомобилей Toyota буквально дорвались до возможности кастомизировать свою машину и сделать эти машины гораздо более удобными, уютными, комфортными, симпатичными и практичными. Вот CHR-ов довольно долго в России не было, и некоторое время назад дефицит достиг такого уровня, что заказ на автомобиль растянулся на многие месяцы вперед. Пользуюсь и этим многие дилеры завышали цены на автомобиль, да и что там говорить, сейчас продолжают завышать цены на автомобиль, выкачивая из карманов будущих владельцев те деньги, которые они могли бы потратить на содержание этого автомобиля или на приобретение тех или иных полезных опций. Но даже это не останавливает покупателей автомобилей Toyota CHR от того, чтобы сделать свои автомобили более симпатичными. Светлый салон в этом небольшом SUV, конечно, смотрится очень даже ничего. Приглядно и симпатично. Машинка становится объемнее, ведь изначально с завода тканевая обивка, она темно-темно-серая, потолок черный в этой машине, весь пластик черный, и вот в этом компактном автомобиле со всех сторон фактически черный цвет тебя окружает. Это давит, это не дает в машине расслабиться и получать удовольствие от поездок. Я считаю, что светлый цвет, который, наверное, единственный, способен визуально, так вот, знаете, эмоционально увеличить объем салона, он помогает в машине почувствовать себя в гораздо большем комфорте и, конечно, испытать некоторое удовольствие не только от использования более качественных и практичных материалов, чем штатная тряпка, которая быстро убьется, или там от попадания любой грязи, впитав ее, конечно, не сможет быть очищена, в отличие от эко-кожи NAPA, которую в данном автомобиле мы применили и перешили салон за несколько дней с перфорацией в центре сидений и яркой красной ниткой. Вот это сочетание может кому-то показаться странным до тех пор, пока не увидишь, что цвет кузова автомобиля тоже ярко-красный. И оказывается, что красная нитка на бежевом, она хорошо сочетается именно с красным цветом кузова. Здесь, конечно, есть куда еще подрасти. Можно предложить было бы перешить и руль, и заменить цвет нитки на красный, да и подушка руля перед глазами находится. Дешевые пластиковые поверхности, которые окружают водителя, они в том числе предполагают и перетяжку верхней панели торпеды, верхов дверей. В общем-то, Toyota буквально кричит: перешей меня, это касается почти любого автомобиля, можете легко в этом убедиться. Плейлист Toyota на нашем канале чуть ли не самый большой среди всех, так что скорее переходите и смотрите. Ну а светлый цвет и выбор именно материала эко-кожи позволяют рассчитывать на долговечность, ведь эко-кожа имеет 5-летнюю гарантию, очень износоустойчива и при этом легко моется и чистится. Для светлого оттенка кожи это очень важно, я думаю, это понимает практически любой владелец. Попадание любой грязи или даже краски с одежды на натуральную кожу приведет к тому, что эта краска впитается в поры и не позволит получать удовольствие, что ли, от салона, от того, насколько он нарядный. Боковая поддержка на сиденье будет все время выглядеть какой-то потемневшей, затертой. Это нехорошо. Эко-кожа моется великолепно, дышит, выглядит и на ощупь ощущается, как кожа натуральная и крайне трудно отличима, собственно, от натурального материала. С учетом огромного опыта, который мы накопили при перетяжке автомобилей, должен сказать, что эко-кожа – это, конечно, очень современный материал, материал будущего. И мы советуем при перетяжке салонов его рассматривать в первую очередь. Но, кстати, не перетяжкой салона единой, мы живы, и очевидно, что, разбирая автомобиль Toyota, многие владельцы просят нас провести дополнительные работы и установить охранный комплекс, что очень популярно, ведь Toyota сохраняет свою стоимость очень долго и пользуется огромным спросом у всевозможных угонщиков, которые, конечно, выводят этот бренд на первое место по угоняемости. Это и шумоизоляция, это и развитие мультимедийных возможностей автомобиля, да, оснащение сидений различными полезными опциями, вроде вентиляции, массажа, поясничной опоры пневматической, подогрева задних сидений, ну и, конечно, выполнение множества других декоративных работ или работ по дооснащению автомобиля. Об этом, обо всем вы узнаете на нашем канале. Так что, думаю, проект у нас получился более чем симпатичный. Мне же остается добавить, что наш канал постоянно развивается. Мы добавляем каждый день по несколько роликов и всегда рады
рады увидеть ваши комментарии. Так что, пожалуйста, не стесняйте себя, если вам есть что сказать, поделиться своим опытом, своей историей, то наши комментарии под этим видео ждут вашего участия, вашего внимания. Мы будем активно вам отвечать и вступать в переписку. Ну и если само видео вам понравилось, то, конечно, не стоит себя сдерживать, скорее ставьте нам лайк, да и подписаться на наш канал тоже было бы совсем недурно. Кликайте на колокольчик и будете в курсе выхода новых серий на нашем канале и не пропустите ни одной, потому что вам YouTube сам будет подсказывать, когда на нашем канале появляется очередной интересный ролик. Мне остается добавить, что мы очень активно ведем свои аккаунты в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2, в ТикТоке, и там выкладываем совсем другой контент. Можно в Instagram истории посмотреть, на Drive почитать полезные статьи, ну и, конечно, также вступить в переписку, подписавшись на эти самые аккаунты. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы вас будем наблюдать и там, так что ссылки найдете в описании к этому ролику. Также я должен сообщить о том, что стоимость оказания услуг в самих роликах мы не указываем, и ее можно уточнить, если вы нам позвоните по телефону, там же он будет в описании, или перейдя там же по ссылке, которая приведет вас в WhatsApp. Наш менеджер с радостью вас проконсультирует и, возможно, даже запишет для проведения работ. Мне остается всем пожелать удачи, здоровья, будьте счастливы. Пока!